Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 235 тысяч километров. Заменю на нем опорный подшипник правого привода или подшипник промежуточного вала на привод. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту, снимаю правое переднее колесо и смотрю, что нужно сделать дальше. Откручиваю болт на 16 и болт на 18. Здесь пистолет не встает, поэтому здесь трещоточкой. Так, ну это пока не откручиваю. Сначала откручу гайку привода и болт нижнего рычага. Снимаю стопор. Снимаю коронку, вставляю отвертку в вентиляцию. Наживлю пару болтов. Пусть лучше будет 3. Для чего это надо? Я сейчас буду откручивать гайку, чтобы не срезать центрующие винты. Гайка на 35. Привод движется. Откручиваю болт. Гайка на 18, болт на 16. Вот здесь есть неудобство с этим рычагом, его надо будет нам вставлять. Все-таки попробую дальнейшее здесь действие не делать, не откручивать ни привод, ничего. Я его попробую вытащить вовнутрь
если у меня это удастся. В данный момент откручиваю сам опорник от блока. Здесь раз, два, три. Вроде бы три болта. Так, здесь у нас болты на 16. А вот этот болт только накидным ключом. Да, даже накидной не пойдет, просто я его потом не сниму, трещоточный. Но радует, идет от руки. Сейчас его максимально откручу. Маленько направляющая есть. Вот я его попробую до конца вытащить. Не могу я его снять. Болт сильно ломать не хочу. Наживляю обратно. Сейчас попробую открутить скобу, немножко вытянуть привод. Вот обратно его закрутил. Обратно его маленько закрутил. Откручиваю скобу. Здесь посмотреть. Два болта и сегмент сниму. Болты на Торкс Т-40. Хорошо затянуты. Верхний болт я открутил, нижний тоже открутил. Абсолютно это мне ничем не помогает. Не хочет он свободно выходить. Ладно, смотрю. Не смог я найти никакой информации
дополнительно, как сделать, прикручиваю обратно болт. Просто наживлю его, как для упора. И попробую я этот привод вместе с подшипником сбить. Здесь, если глянуть, снимать по-любому нужно. Этот развалился пыльник. Там грязь, конечно, он из-за этого и хрустеть начал. Если посмотреть, вот он голый подшипник, без маски, без всего. Потихонечку покручивая, попробую его сбить. Что-то не особо оно сильно бить не хочу, не идет оно. Попробую открутить вот эти три болта, крепление вот этого кронштейна. Посмотрю. Болты на 13. Снизу тазик поставил на случай, если масло с коробки побежит. На свой страх и риск полез туда, чего не знаю. Подшипник стал сходить. Здесь датчик. Я с него снял разъем и проводку убрал в сторону, чтобы не повредить. Сейчас мне надо его выдернуть. Идет он здесь. Вал длинный получается. То ли он переходной, то ли он, судя по всему, цельный. Для чего это такой вот приспособу придумали. Здесь, понятно, сальник. Но почему он из нее не выдергивался, вот это непонятно. Вот так вот. Откручиваю сейчас стойку стабилизатора снизу.
продолжаю привод вытаскивать. Вал длинный, и он просто не сходил. Сами целый. Я, получается, снял обойму подшипника, которая поджимает втулка. Ну а что, теперь дело за малым. Теперь я привод просто беру сюда, вывожу вовнутрь. Это у меня сейчас подшипник разводился, еще не все шарики вылетели, в принципе, он сейчас вот-вот и отвалится. Привод я вытащил. Вот, все ходуном ходит. Насколько вал длинный, я его просто бы не вытащил. Только при условии, если бы вот этот подшипник можно было выбить, как я и начал сюда вот бить, чтобы его сбить. Но он не выходит, он плотно сидит здесь. И получилось только так. Вот это вот крутил муфточку и снял. А это сейчас дело поболтать. Подшипник развалился, шарики вылетели практически все. Здесь, видать, здесь втулка, шайба. Из-за этого только он не вываливается. Ну, сейчас что-нибудь приспособлю, да выдавлю его. Думал, что все гораздо проще. Здесь этот пыльник. Шарик высыпается. Все, тут не осталось ни одного шарика. Полностью подшипник без шариков. Сбил. Просто взял с двух сторон молотком и сбил. Обойма подшипника, не шариков, втулка запорная. Ветер сорвался. Новый подшипник 324-703. Вот он. Сейчас поставим. А втулка запорная. 324-808. Втулка запорная. А вот как ее насадить, ее надо будет нагревать. Трубу приготовить и
запрессовать. Болгаркой разрезаю. Давал, я не режу. Она просто с двух резов ослабляется и все. Ну и точно так же втулку подшипника тоже ослабляю. Все, вал не тронутый, его не зацепил, втулку до конца не дорезал. Два реза, если не хватает, можно сделать третий рез, и все равно это ослабляется, она потом либо лопнет, как в данном случае, вот она трещина. Немножко зачищаю.